Послание Отца Абсолюта от 16 февраля 2022 года. Параллельные миры Агарты. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети. И, наконец, мы переходим к тем слоям внутренней Земли, где обитают высокоразвитые цивилизации. Именно в них расположена и Агарта, о которой вы уже знаете. Она тоже представляет собой некий архив проживающих на Земле великих цивилизаций. Это те их представители, души которых выбрали в качестве своего посмертия переход на тонкий план внутренней Земли. Такие их решения были вызваны тем, что они, осознав свои ошибки, решили помочь будущим поколениям землян их не повторить. Так, например, поступила часть жрецов Атлантиды, Лемурии, Гипербореи, те, кто были свидетелями гибели своих некогда великих цивилизаций, и кто в полной мере осознал причины, приведшие их к столь печальному концу. Они добровольно переместились в параллельный мир внутренней Земли, о существовании которого они, будучи посвященными, прекрасно знали, с тем, чтобы сохранить все лучшее, что было создано в период расцвета этих цивилизаций на Земле. Таким образом, на этом уровне внутренней Земли образовалось несколько анклавов, каждый из которых занимает свою собственную вибрационную нишу. Но вместе с тем эти параллельные миры, находящиеся в одном энергетическом диапазоне, тесно переплетаются между собой, образуя то самое единство многообразия, которое отличает жизнь в высших измерениях от дуальных миров. Жители этих параллельных миров не только способны общаться между собой, но и постоянно обмениваются опытом, а также вырабатывает общее решение относительно помощи человечеству. Подобно тому, как Галактическая Федерация Света, объединяющая высокоразвитые инопланетные цивилизации, помогает вам с тонкого плана околоземного пространства, также и Совет жрецов Агарт оказывает вам содействие с тонкого плана внутренней Земли. Как видите, родные мои, помощь вам идет и сверху, и снизу, поскольку сейчас ваша планета переживает самый сложный, судьбоносный и уникальный период своего существования. Каждая из высокоразвитых цивилизаций стремится внести свой вклад в новый виток вашей эволюции, защитить вас от опасности и вывести на финишную прямую, с тем, чтобы переход Земли и людей в пятое измерение прошел как можно мягче и безболезненней. И когда это великое событие свершится, все вы окажетесь в едином энергетическом пространстве и сможете воочию видеть своих помощников со всех планов бытия. Они с радостью будут делиться с вами своим опытом жизни в высоких измерениях, помогая освоиться в новом для вас мире, где царят совсем другие законы – физические, энергетические, моральные, эстетические. Одни станут вашими наставниками, а некоторых из них вы узнаете как некогда близких вам людей, поскольку многие из вас воплощались когда-то в этих великих цивилизациях, обитавших на Земле. Вы сможете проследить всю историю ваших воплощений, окунувшись головой в хроники Акаши, которые станут доступными каждому из вас в этом удивительном мире пятого измерения. И жрецы Агарты с удовольствием проведут с вами экскурсию по всему маршруту вашего пребывания на Земле, одновременно помогая вам извлекать уроки из пройденного пути, чтобы не повторять больше болезненных для вас ошибок. На этом остановимся сегодня. Любящий вас безмерно Отец Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения.